Депутаты Мажилиса парламента посетили в Уральске новый комплекс для одаренных в спорте детей. Он включает в себя учебный корпус, общежитие на 150 мест и спортзалы. Занимаются там 13 видами спорта. По последнему слову техники оснащены предметные кабинеты. Созданы условия не только для воспитания будущих чемпионов, но и подготовки необходимых кадров. Также мажилисмены в ходе встреч с населением собрали целый ряд проблемных вопросов. Жители пожаловались, что до сих пор не начаты вовремя ремонтные работы на автодорогах к отдаленным селам Жанибек и Орда. Так как подрядчик опять вот, очередная наша проблема не местный, он находится в Астане, Теміржолсервис Жендю, и в связи с этим и здесь работы остановлены. По прибытию в Нур-Султан мы свяжемся с министерством, с комитетом, который за этот участок работы отвечает, и примем усилия к тому, чтобы проблема была решена. Рассказали депутатам и депутаты рассказали о новой системе выплат адресной социальной помощи, разъяснили, как внедряется обязательное соцмедстрахование. Есть такая категория самозанятых, которая на сегодняшний день не до конца выявлена, и среди них могут оказаться граждане Казахстана, которые оказываются вне этой системы. Как им будет оказываться медицинская помощь, что касается беременных женщин, что касается людей с хроническими заболеваниями, гарантии государства существуют.